всем привет! Сегодня у нас будет завершающий видеосюжет седьмого дня чистки нашим супермылом. Многие ждут этот видеосюжет, потому что для себя, может быть, сделают открытие, потому что средство очень шикарно чистит. Если кто наблюдал с 1 по 7 по сегодняшний день, то мыло чистит очень шикарно. И сегодня я буду подводить итоги по чистке монет. Ну и, конечно же, в конце видеосюжета я вам раскрою тайну этого мыла. Мыло любопытно тем, что каждый второй человек пользуется этим мылом. Но, к сожалению, не каждый знает его свойства по чистке медных монет. Монеты у нас были разные. Взял я монеты с одного копа на поле чудес. Кто-то уже говорит, что монеты подложены, есть такие люди, даже причем кладоискатели говорят, что монетам больше 250 лет, а они в таком хорошем сохране. Ребят, мы не занимаемся этим ерундой, мы не подбрасываем. Также очень большое количество критиков пошло, что я растягиваю видео, что я якобы интриги создаю и т.д. и т.п. В общем, неприятно, что люди меня вот так вот критикуют. Между прочим, мою критику необоснованно делают. От меня, как от кладоискателя-блогера, очень много полезной информации. А в частности, если вы, наверное, знаете, что благодаря мне появились такие чистящие средства, как нейтрализатор, преобразователь ржавчины, основанный на ортофосфорной кислоте. Это моих рук дело. Также я один из тех людей, который вам показал и рассказал действия латунных щеток. Следующее, что мы делаем, это удаляем налет с поверхности складни и снимаем красноту. Для этого я использую латунную щетку. Проходим по всей поверхности. Не бойтесь, щетка никакого вреда не приносит. Царапины не оставляет. Ну а сейчас я вам демонстрирую конечный результат чистки и реставрации нашего складня. Получилось довольно-таки неплохо по сравнению с тем, каким он попал к нам в руки. Вспомните, какой он был. Вот вам до и после. Надеюсь, результаты вам о чем-то говорят. Именно латунные щетки стали использовать большое количество людей. Также в кладоискательстве от меня вышли уроки по шурфам. Немногие блогеры это делают, но я один из первых, кто начал обучать шурфам. Это раз. А также в шурфах я первый, кто начал использовать щуп. Да-да, ребята, щуп начал использовать именно я. Итак, ребята, давайте я вам немножко поделюсь со своим опытом, как работать при помощи щупа на шурфах. Конечно же, многие копатели, кладоискатели, шурфологи никогда еще не испытывали вот такой щуп. Я это повзаимствовал именно от людей, которые занимаются по поиску бойцов по Великой Отечественной войне, копают раскопки. Вот, именно оттуда я это и взял. И теперь сейчас я его использую непосредственно на поиске дымовых ям, перспективных шурфов. Так что щуп тоже моих дел. Но этой благодарности за это нету, и это очень печально. Но все же, лепту в кладоискательстве я сделал. Ну что, давайте посмотрим сейчас на результат чистки монет после 7 дней. И в конце видеосюжетов я все нюансы вам расскажу по этой чистке. Расскажу, как чистить щеточками, когда лучше чистить, когда не стоит, когда монетки лучше изымать, потому что цикл я вам делал из-за того, что каждый день изымал монетки и вам показывал. Но я вам расскажу, когда лучше изымать. Вот. Ну и, конечно же, расскажу состав мыла, и то самое мыло я вам продемонстрирую. Так что смотрим, будет интересно. Ну что, ребят, открываем баночку седьмой раз и достаем наши монетки. Что у нас там сегодня? Пока неизвестно, никому неизвестно. Результат сейчас вы все увидите. Все так же, как и в предыдущих 6 выпусков,
отжимаем монеты, отправляем их в водичку, чтобы отмыть их. Сейчас в баночке очень тяжело отыскать монетки, потому что, как вы знаете, большую часть монет мы как бы уже изъяли из чистки. И сегодня последний раз этого цикла. Конечно, которые монеты не отойдут, те, которые в зеленке, я видео все-таки буду делать и покажу, за какое время они у нас почистились. С этой жидкостью и с этими монетами это не последний видеоролик. Ну и все, достали, сейчас отмываем. Ну что, ребята, жидкость мы убираем, вернее, наш состав, и отправляем его до следующих чисток. Сейчас же мы берем нашу щеточку зубную и вымываем все монетки. Отмыло. Как все монеты помою, результат вам обязательно покажу. Мыло остатки очень легко удаляется при помощи щеточки и горячей воды. Вот такими несложными манипуляциями, видите, да, жидкость, то есть пенка, немножко темная. И это означает, что с данной монеты то ли удаляется грязь, то ли удаляется все-таки патина. Но это мы, конечно же, увидим. Обязательно увидим, что происходит с этой монеткой. Ну, неплохая получилась уже. Насколько хорошая, вы, конечно же, увидите в следующем файлике. Сейчас я приведу остальные монетки в порядок и вам покажу, что я дальше делаю. Буду показывать именно для тех, кто не контролирует все циклы, которые были до этого. Огромное спасибо, кто смотрит каждый видео выпуск. И ох, какая монетка получилась. Это у нас Павел. Вообще огонь. Сейчас я вам дочищу все и обязательно покажу. Итак, ребят, ну что, продолжаем чистить монетки. После того, как монеты я изъял из мыла, я сейчас пройдусь уже латунной щеткой. Стальную щетку я больше не использую, так как у нас с каждым разом, с каждым процессом чистки патина становится все тоньше и тоньше. И уже на темной патине проглядываются очаги светлой патины. То есть монета чистится как бы до чистого металла. Вот, к примеру, вам один из наглядных образцов. На советских монетах, это пятачок и копеечка, сразу изначально пошла родная светлая окраска. То есть патина сразу сошла уже на третий день. Что касается других монет, здесь патина более-менее твердая. И я могу себе позволить здесь поработать латунной щеточкой. Так что сейчас все беру наши монетки и прям легкими движениями прохожу по монете. Тем самым снимаю с монет небольшой слой загрязнений или небольшой слой патины. После того, как вы обработали монетку, обратите внимание, на монете царапин нет. Вот видите, сейчас я играю светом, там, где я прошел щеточкой, как бы все ровненько, все красивенько. А где не проходил, там проявляются небольшие очаги именно стеарина, то есть белые. Белые, и монетка смотрится как бы немного матовая. Как только я латунной щеткой пройду, она сразу у нас засияет и будет очень красивая. Так что сейчас пройду все монеты при помощи латунной. А вот с этой монетой мне придется до сих пор работать стальной. Так что идем дальше. Итак, ребята, после того, как я их протер тряпочкой,
прошелся по монетам латунной щеточкой. Конечно, были несколько, две монеты. Это вот этот вот екатерининский пятак, где я проходил стальной щеткой. Почему именно стальной? Я прохожу по монетам, которые с зеленкой. Где же зеленки нету, всем рекомендую только использовать латунную. Это для того, чтобы как можно меньше, чтобы как можно больше сохранить родную патину. Так, ну что, давайте пробежимся по монеткам. Некоторые экземпляры у нас уже подошли к своему завершению. Вот зачетная тоже монетка с одной стороны, но с другой стороны зелень. Кстати, я по ней тоже стальной проходил, вот, потому что зеленка присутствует. Монета, в принципе, получилась неплохая с одной стороны за 7 дней. Что касается дальше, вот на двушка. Я ее также не закончил, потому что на ней есть, имеются, как вы видите, темные точки, вкрапления. Это у нас зеленка, которая еще до сих пор осталась. Вот видите, да? Вот, скорее всего, на этом месте будет кратер. Вот, так что эта монета тоже не почистилась, и она будет продолжаться чистить. То есть три монеты уже, которые будут чистится в этом мыле по-прежнему. Дальше. Моя любимая монетка, которую я обострял свое внимание из-за того, что она достаточно, ну, редкая, потому что это у нас пчелка. Как вы видите на прошлом видеосюжете, вот в этих местах, была зеленка, то есть небольшие такие болячки. Сейчас же они потихоньку сходят и в некоторых местах просто пропало. И цвет, помните, да, было три цвета: желтый такой ржаватый, темный патина и зеленка. И как вы видите, на следующий день уже результат, цвет патины выровнялся. К сожалению, монета с дефектом, немножко зачищена, и также здесь имеется брак штемпеля. Вот такой вот брак и приятная монета. Так, следующее что? Двушка. В принципе, с одной стороны хорошо, с другой стороны тоже, только вот здесь вот небольшая такая дефектованная структура монеты. То есть, возможно, это удар какой-то, или же... Ну, изначально здесь зеленки не было, то есть монета была при жизни немножко испорчена. Так, еще одна, в принципе, хорошо почистилась. И я думаю, ее можно изъять из чистки. Так что эта монета на 7-й день готова. Следующая. А2. Александровская копеечка. Тоже почистилась. Родная патина. Все присутствует. Так что я думаю, эта монетка тоже. Лучше из нее ничего сделать невозможно. Так, что хочу сказать про павловские монетки. Я думал, что они дойдут, но, к сожалению, на одной монете имеется зеленка. Как вы видите, зелень присутствует. Ее надо удалять. С другой стороны, конечно же, все получилось неплохо. Следующая павловская. С одной стороны тоже получилось все хорошо, добротно. А вот с другой стороны имеются вот эти вот темные пятна. Это нужно тоже удалять. Нам нужен однородный цвет. Следующая. Здесь тоже все бы хорошо, но вот в этом месте у нас проглядывается окисел зеленый. И он, причем, когда удалится, будет небольшой кратер. Вот. Ну и с этой стороны тоже, в некоторых местах, где находятся вот буквы, тоже имеется зеленка. Я их вычищать буду только при помощи мыла. Вот. Следующие советские монетки. Это пятак. Здесь зеленка, как вы видите, сходит очень тяжело. И в этом месте уже часть родной патины, к сожалению, отсутствует. Сейчас я буду удалять эту зеленку. Конечно, патина слезет. И будем ее потом искусственно патинировать. Следующая советская копеечка. Это последняя монетка. Тоже родная патина сходит.
неровная, так что я ее тоже буду продолжать чистить. В общем, несколько экземпляров, которые 100% у нас будет дальше чиститься. И этим монетам Павла Первого, наверное, еще пару дней. Вот эти монетки, две штучки, я изымаю из оборота чистки. Ну и вот эти монетки, думаю, в ближайшие 2-3 дня дадут о себе знать. То есть, еще хочу один нюанс, ребята. Вот смотрите, павловские монеты. Я не знаю, специалисты среди вас есть, нет. Вот, видите, все вроде одинаковые. Но когда преподношу гуртом, как вы видите, надеюсь, видите. Так, сейчас получше гурт разверну. Да, вот так вот. Первые две монеты. Так, видно вам гурт, нет? Вот. Первые вот эти две монеты, насечки, шнуровка в одну сторону. И эта же монета, насечки в другую сторону. Не знаю, видно вам, нет? Сейчас посмотрим поближе. Сейчас покручу, поверчу, и вы увидите. Вот здесь вот видно, да? Прошу написать, может быть, это какой-то разновид или перепутка, или что. Я просто первый раз во время чистки с этим столкнулся. Первые две монеты, шнуровка в одну сторону, у другой монеты шнуровка в другую. Вот. Итого, сейчас я вам подведу итог нашей чистки. Ну что, ребята, хочу вам показать именно те монетки, которые у нас почистились за 7 дней. Первые 2 дня у нас почистились вот эти вот хорошие, красивые монетки. Это николаевского образца. Монетки, в принципе, очень хорошо почистились. Такой вот блеск на них остался. Если не ошибаюсь, на второй-третий день мы их уже вытащили. Очень зачетная и очень красивая патина. Вот. Следующим сразу, что подходило, это монета деньга. Тоже, в принципе, добротно почистилась. Родная патина присутствует. Все вычистили. И монетка выглядит, в принципе, неплохо. Да, вроде хорошо. Вот. Дальше, что у нас подходило, это уже, наверное, 5-6 день. Это были тоже деньга. Почистились добротненько, классненько. В общем, я их больше не решил держать, чтобы не занимать ваше внимание. Очень приятные монетки были. Это у нас Екатерина. Вот такие вот копеечка и деньга. В принципе, очень хорошо так получились монетки. Вот, кому интересно, посмотрите шестой выход. Вот именно эти монетки я оттуда изъял. Очень приятные, красивые получились экземпляры. Сохран просто чудесный. Вот, ну и сегодня, конечно, мы вытащили 3 экспоната. Это 2 царицы полей Александра. Вот, в принципе, тоже неплохие экземплярчики. Что касается других монет, вот эти вот монетки у нас, наверное, будут подходить к своему завершению через пару дней. Через пару дней они тоже будут очень-очень красивые. Эти же монеты будут, наверное, чиститься несколько недель. В частности, вот такой вот екатеринский пятак, он будет чиститься очень-очень долго. Вот, но все же, вот на этих монетках я, пожалуй, остановлюсь. И следующий видеосюжет связан с чисткой монет с мылом. Именно начну с этих. Я вам расскажу и покажу, когда эти монеты полностью почистятся, за какой период времени. Я считаю, что следующий видеосюжет именно будет завершающим по чистке вот этого Катиного пятака. Когда он подойдет к тому состоянию, которое меня удовлетворит, я вам запилю продолжение видео и покажу на обзоре именно эти монетки, которые у нас остались. Ну а сейчас, ребята, наверное, отправляем в долгое путешествие наши монетки. Все то же самое, тот же состав мы отправляем. И включусь именно тогда,
когда эти монеты будут почищены. В общем, осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 монет из 21 у нас как бы отправляются в долгую дорогу. Ждем. Да, хочу сказать, всегда, когда вы монеты закладываете, обязательно плотно закрываете крышечку. Это для того, чтобы влага из нашего мыла не уходила. Также это для того, чтобы наш мыльный состав не твердел. Чтобы он всегда был мягкий, влажный. Итак, ребята, посмотрели мой видеосюжет, а сейчас самое главное. Именно по мылу, которое я вам сегодня показывал. Мыло всеми любимое, возможно, кто-то очень часто им пользуется, оно очень приятное. Состав мыла интересный тем, что входит в состав глицерин. Многие кладоискатели используют хозяйственное мыло, но я по своему опыту понял то, что мне оно не нравится. Монеты после чистки остаются немножко такие матовые, шершавые, и процесс очень долгий. Состав мыла там животные жиры и щелочь. Вот. Что по детскому мылу хочу сказать, которое тоже используется. Ну, оно в принципе хорошее, но оно детское и оно очень мягкое. Вот, и процесс тоже затянутый. Что касается нашего мыла, в наш состав входит глицерин. Глицерин имеет хорошее свойство чистящее. И, как вы видели, оно еще является увлажнителем. В нем также имеется стеарин, который осуществляет даже консервацию монеты. После чистки этого мыла консервировать, возможно, даже монеты не стоит, потому что они и так выглядят очень хорошо. Ну, вы сами видели, что на второй, на третий день я вам показал монетки Николаевские, они прям с блеском с каким-то. Вот, и все монетки тоже с блеском. Так, а что касается мыла? Мыло, ребята, сейчас я вам покажу. Мыло обычное. Абсолют. Да-да, это антибактериальное мыло. Многие, каждый второй, наверное, человек на земном шаре его использует. Основанный на глицерине. Раскрыл тайну своего супер мыло. Сейчас давайте я вам скажу непосредственно про свои щеточки. Латунная щеточка достаточно мягкая, очень хорошая. Многие говорят, что оно с напылением, но я вам показывал, при помощи магнита волосики от латунных щеточки не прилипают. Это означает, что это чистая латунь. Я его использую для того, чтобы ускорить процесс чистки. То есть после каждой чистки я прохожу латунной щеточкой и выравниваю слой патины или загрязнения, снимаю. Вот. Что касается стальной щеточки, я ее использую только на тех монетах, где имеется толстый слой окиси, то есть зеленка. Рекомендую также, ребята, использовать только на зеленке. Вот, потому что патина имеет слой очень-очень тонкий, и латунь, она как бы щадит сам процесс снятия этой пленочки. Вот. Ну и также по чистке я вам показывал каждый день, как я изымал эти монетки, но вам рекомендую вынимать как минимум раз в 3 дня. А лучше вынимать вообще один раз в неделю и просматривать, чистить, как идет процесс. Вот. Это я просто на обзоре вам показывал каждый день. Вам рекомендую раз в 3 дня или раз в неделю доставать и смотреть. А делать то же самое, что делал и я. Вынимаете, зубной щеткой вымываете все мыло, затем протираете насухо и проходите латунной щеточкой, если они у вас присутствуют. Вот. После этого что? Смотрите на результат. Если результат вас не устраивает, то можно закинуть, даже нужно закинуть снова в этот мыльный раствор на несколько дней. На 3, 4 и даже на неделю. Ничего страшного не будет. Слой патины иногда бывает разный. Бывает толстый, бывает тонкий.
тонкий слой, буквально, как вы видите, на советских монетах, это в частности копеечка у меня и был пятак, практически уже на пятый день стал слазить. Так что обращайте на это внимание. Вот, чуть-чуть появляются проблески, все, прекращайте выравнивать. Но если все-таки появились такие очаги чистого металла, то можно немножко осуществить патинирование при помощи, ну, у всех разные методы патинирования, это и медным купоросом, вот, и при помощи серной мази, и серная печень, между прочим, ребята, вот, я же для быстроты ускоряю это все при помощи обычной серной мази. Вот, серная мазь тоже натирается при помощи горячей воды, под струей горячей воды. Вот, и излишки потом просто вымываются чистящим для посуды средством. Появится шоколадное. Если же у вас все-таки хочется темная патина быть, то под горячей водой все это натираете однородно. Вот, потом слегка вымываете излишки грязи и наносите консервацию. Консервацию тоже. После этого мыла я, по крайней мере, пока не советую, не рекомендую ничего в ближайшие 3-4 дня делать. Потому что, возможно, на поверхности появится стеарин, вот эта пленочка белого порошка. Вот. Но на некоторых случаях, как вы видите, у меня некоторые монеты до сих пор, уже прошло неделю, ничего, порошок у нас не выявился. Так что зачетно, посмотрю, может быть, даже не буду консервацию наносить на монеты, которые чистились при помощи глицеринового мыла. Вот, так что, что еще хочу вам сказать по поводу чистки. Чистка долгая, если на монетах имеется устойчивая зеленый окисел. Вот, я по некоторым монетам вам уже говорил, что процесс чистки у меня продолжается. Забросил я их, когда подойдут они к тому состоянию, которое я хочу, я снова запилю вам видеосюжетик и покажу эти монеты, которые почистились, и по времени тоже. Я думаю, будет приятная информация. Ну, наверное, на этом и все, ребят. Все. С праздником вас, 9 мая. И спасибо дедам за победу. На этом и все. Подписываемся обязательно. У нас будет очень много интересного. Шурфы тоже будут. Поиски на полях. Правда, последние видеосюжеты у меня состоялись на огородах. Но уже засеяли. Так что несколько сюжетов будет на огородах. Тоже подняли монетки достаточно хорошие. Ну и, ребят, если вы не подписаны, подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку, на красную, подписаться, чтобы она стала серенькой. А чтобы быть первым всегда у меня на канале, проставляйте колокольчик. И вы точно ничего не пропустите. На этом и все. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось мое средство. Нехитро и достаточно. Каждый сможет. Нумизматы, реставраторы, я вам облегчил труд. Теперь любой новичок может сам чистить достойно монеты. На этом все. Всем пока. До новых встреч.